Ну вот, наконец-то стали долгожданные выходные, и наконец-то можно выспаться, никуда не надо ехать. Но ты встаешь в 5 часов утра, собираешься и выезжаешь в неизвестном направлении, в темный дремучий лес, в грязное разбухшее поле или еще в какое неизведанное место. Друзья, 10 раз подумайте, прежде чем стать любителем приборного поиска. Ну что, начинаем? Новый день копа. Ну вот мы уже и на месте. Еще нет 6 часов утра. И мы уже отправились в путь к нашей мечте. Двигаться нам примерно 1,5 километра. Так что не будем терять время. Оно у нас на вес золота. Поехали. Вот видно, пока идем, местами еще лежит кое-где снег. Здесь еще зима. Немножечко у нас зимы еще осталось. Ну ладно, это ненадолго. Пока шел, чайничек нашел. Такой вот замечательный. Прикольно. Бывает же. Можно послушать звуки. Птички поют всякие разные. Здорово. И когда рано выходишь, ты вот такие концерты постоянно слушаешь. И так двигаешься к точке. Это очень воодушевляет. Ну все, наконец-то добрался. Прибыл на место, весь мокрый уже, жарко, пока шел. Начнем сегодня с чего? С прикармливания земляного деда. Старая добрая традиция. На прикормке у нас сегодня деньги. Деньги. Копаем здесь на холме. Вот так вот. А теперь приступаем к самому интересному, к поиску. Поехали. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у Деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За год работ магазин получил 1000 положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-In. Я и сам являюсь клиентом этого магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод Павел С. и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Магазин у Деда Мити, ссылка в описании. Есть место для поиска, с него мы и начнем. Смотрите, как интересно, сейчас травы нету, снега нету, и вот эти ходы все открылись, как здесь мышки всякие бегают, туда-туда пошли. О, интересно. Вот у нас из земли вылезла и первая наша находка. Такая вот хитрая, хитрой формы, похожа на пломбу. Итак, друзья, в яме был высокий сигнал. И смотрите, что это. 58. Что бы это значило? Место на кладбище. Что это? 58-е. Тут что-то есть? Ничего нет. Алюминий, металл. Алюминиевая бирка 58. Кто скажет, на что это похоже? Вот какие-то маленькие здесь есть прорези. Видать, на чем-то. Может быть, номер квартиры, но алюминиевая бирка. Ну, как-то не очень до номера квартиры. Может, ящик почтовый. Версий много. Вот такой вот разогнутый поясок для снарядов. Чистая медь. Вот для любителей цветного металла. Просто практически клад. Ну ладно, мне не надо это. Оставим кому-нибудь. Оставим для того, кому это пригодится. Ну вот, у нас наконец-то вылезло что-то похожее на находку. Похожее, отмечу. Какая-то пуговица старая. Так, что это? Это первушная немецкая пуговка. Ага, она самая.
Ну так, хорошая находка. Ладно, продолжаем. Ну вот, друзья, и старина полезла еще. Смотрите, яму такую выкопал глубокую. И там на дне лежала накладка. Накладка, скорее всего, на какую-нибудь там пряжечку декоративную. Вот такая вот вещица нам попалась в сети. Друзья, слабонервных просьба удалиться от экранов. Кто знает, что за зверь, кто не любит, кто такой, что за зверек, какой-то писец, с виду ничего, выглядит, сейчас как скачет, как, блин, укусит меня. Ты кто? Бедняга. Помер, видать, недавно. Ладно, идем дальше. Ну вот, наконец-то ковырнул я лопатой, и из земли появилось оно с узорами. О, наперсток. По нему проехались наглым образом. Видны узорчики, щиты какие-то. Ну, красивый был. При жизни он был красивый. Так, для антуража возьмем. А так это, конечно, мусор. Все, друзья, решил я локацию поменять. Что-то как-то ничего не лезет. Если ничего не лезет, нечего страдать. Надо сменить локацию для разнообразия. Вот. Не, какие-то находки вылезли, но так себе. Ничего особенного. Прогуляемся, посмотрим, что тут творится на территориях. А там дальше видно будет. Сменили мы локацию, и повеселее пошло. Так, в кустиках сигнал. И вот у нас круглях. Круглях довольно такой любопытный. Ух ты, какая интересная монета. Не так часто встречающаяся, в принципе. 20 латвийских сантим. Очень такая. В хорошем сохранчике в таком еще. Вот это интересно. Интересно. О, смотрите, как выглядит. Шикарненько. Она не серебряная. Но состояние у нее неплохое, скажем так. Прикольно. Фото приложу. Я думаю, все слышите, какие концерты. Под какую музыку мы копаем. Это просто... А! А у нас тут сигнальчик такой невзрачный, но что-то мне подсказывает, надо его копануть. Оп. Где-то наверху тут. Надеюсь, вам там видно все. Не нравится мне глубина обнаружения практически на поверхности. Ну, хотя это вам издалека покажу. Вблизи даже нет смысла показывать. Пломба. Свинцовая таможенная пломба. Обломок при этом. Ладно. Забираем, пошли дальше. За более интересными предметами. Вот так. Кучу обратно. Погнали. Да, друзья, покопал я сейчас очень хорошо. Давайте, короче, вместе сейчас будем смотреть, что это было. Вообще выкопал тут, блин, пипец. Не мог сигнал этот локализовать никак. Наконец он где-то вот в этой области. Давайте посмотрим. Минут 15. Рыл. Стоило это того или нет? Не хотел мне даваться этот сигнал.
что это. Да, вот ради пломбы. Ну, хоть пломба какая-то любопытная. Ради нее я тут, конечно, страдал. Ну да, сейчас она с надписями. Ну, ради такого события, что пришлось потратить на нее время, мы ее заснимем обязательно. Герой дня. Я, кстати, тоже. Небольшой перерыв на попить. Попить водички, перевести дыхание. Вздремнуть пару минут. У нас друзья, как в этой самой. Это клетка от птички. Концерт. Кто-то куда-то летит. У нас как в том стишке. Пришла весна, запели птички. Набухли почки и яички. Да, у нас уже за бортом больше плюс 10. Весна уже все. Пришла окончательно. Остатки снега сейчас растают. И все уже. И скоро полезет трава. И все будет нормально. И мы уйдем в море. Хотя замутил на канале Копа стримы. Один уже выпуск был. Напишите, кто смотрел, зашло, не зашло. В принципе, как бы по отзывам, людям понравилось. Будем продолжать. Есть оператор, который будет снимать. Попробуем оживить немножечко канал новыми всякими фишечками. Ладно, что-то я разговорился. Пора за дело. Солнце уже высоко, поэтому неграм пора работать. Смотрите, такой интересная находка вылезла. Механизм заводной какой-то. Может, для часов, может, еще для какой-нибудь керосинки. Такая штучка. Дрючка. Штучка дрючка. Ладно, вперед. Я показываю. Выкопал хрень. Вот она лежит. Хрень. Хрень настоящая. Одна штука. И тут я начал, блин, тереть эту хрень. А эта хрень, блин, что надо хрень. 1849 года. Видите на ней? Надпись. Надпись. И, блин, еще что там. И, блин, какой-то силуэт. Лошадь. 1849 год и лошадь. Крышка от конского возбудителя. Я думаю, да. Блин, я руками ее потрогал. Ну все, пипец. Пипец сейчас, друзья, будет. Ко мне близко не подходить. Вот она какая. Лошадиная. Ладно. Погнали дальше. Пипец, блин. Вот, блядь, вот. Извините меня, конечно, за крепкое выражение, но он мне вообще никуда не сдался, карбюратор сегодня. Вот лично сегодня карбюратор мне что-то как-то не очень радует. Может быть, другой день бы меня порадовал. Но, бля, сегодня не. Вот и ложечка она вылезла. Борща похлебать. Ой, блин, сегодня находки какие-то. Ну, такие. Смешные. Обхохочешься просто. Смотрите, друзья, какой монитос выкопался. А кто мне скажет, что за номинал? Опа, опа. О. Монитос с заклепкой. Смотрите. Ух ты. О, какая хрень. Хрень с ручкой. Смотрите, раз так повернули. А, это какой-то запорчик. Старинный, древний. Что? Какая вещь. Вещь заморская, цены немалой. Что-то какая-то круглая. Блин, чуть не сказал. Короче, хрень. Закрывалась. Открывалась. Маркировок нету. Ну ладно. Даже не знаю сказать, берем, не берем. Не, не буду брать. Нечего мне открывать. Вот поставлю сюда на дерево. Тут пускай стоит. Упала. Не надо она мне. Не надо она мне. Некуда мне тебя ложить. Какой-нибудь копатель придет, подберет. А, среди камней червей.
и кирпичей пробился вдруг сигнал. Блестит. Блин, друзья, не все золото, что блестит. Вот так вот. Такой стих испортили. Ну ладно. Скажите мне, друзья, что вы видите перед собой сейчас, а? Кусок кирпича. Да? Почему он звенит? Вот я его положу. Кто скажет, почему он звенит? Детектором помашем. Детектор ничего не показывает. О, какая фишечка. Много стало в наши дни неопознанной херни. Пошла вот туда, бля. Ну вот смотрите, снова кирпич. Звенит. Ну вот. Этот не звенит. Ну какой-то момент звенит. Может, он радиоактивный? Всего лишь навсего. Отлично. Ну да, конечно, что-то можно ходить. Здесь уже, блин, синие кирпичи полезли. Так что, короче, валить надо из этого смешного леса. Пока не началось. Друзья, просто бомбический сигнал. 29.31, там послушайте. Звучит как сказка. Тоненький. Не меняется с двух сторон. Эх. Что-то мне здесь такое залетело. В микрофон какой-то, блин. Ну что, давайте его выкопаем. Интересно же, что там лежит. Круглое или квадратное? Ну, что-то, может, выкопал, может, нет. Сейчас мы с вами получим ответ. Оно. Скажу стихами. Вот оно, оно. То самое говно. Хрень какая-то невиданная. Ну да. Я вам даже покажу. Ой. Вот она. Какой-то, блин, кронштейнчик маленький. И абсолютно неудаленький, блин. Ладно. Я расстроился, идем дальше. Ну так. Ну смотрите, еще один у нас сигнал. Вот здесь он, вот тут он находится. И что же на этот раз будет? Что же на этот раз это будет? Я даже не знаю. Сейчас будем смотреть. Сигнал такой 15-16. Это с одной стороны. С другой стороны 8-8-11. Корень, черт. Попается как-то сегодня. Тяжеловато. И что ты, блин, будешь делать? Когда маш вот так вот веселее звучит, а так бы говно редкостное. Ну что, будем смотреть. А, ну, удиви. Что же это будет?
Опять упала. Опять ее искать. Странно. Что это? Ну, короче, безымянная пломба. Я даже не буду вам ее вот так вот издалека посмотрите, поверьте мне. Безымянная пломба, но там что-то мне верещало еще. О, это товарищ пошел. Непонятный. Тва за спиной. Хрен какой-то пошел. Странный. Идет, оглядываюсь. Херню всякую думает про меня. Ну и конечно, бля, куда ж без болта. Болт вам, а не находка. Ладно, погнали дальше. Короче, друзья, я так понимаю, надо дунуть, иначе чудо не произойдет. Но поскольку дуть у нас нечего, дуть будем конфетки сосательные. Самое то. Сейчас съедим волшебную конфетку и как попрет. Вот видите, какая она с кристаллами. Оп. Ну и все, в глазах сразу. И все, и как понесется, как понесется. Короче, сигнальчик у нас тут. Сейчас дам послушать. Вроде такой странненький он. Короче, сейчас будем копать. Посмотрим. Ставить не могу. Так. Поглядим, что будет. Я надеюсь, вам там что-то видно. Если хочется, чтобы что-то вылезло. Интересная, круглая, ну, в крайнем случае серебряная. Вот оно, счастье, блин. Фольга скрученная, блин, сука. А! Блин, туда, вон туда, подальше ее. Вот так вот бывает. Ладно, идем дальше. Ну и все, друзья. На сегодня я закончил. Коп у нас получился. Обхохочешься просто. Находка дня у нас будет. Сейчас вам покажу ее. Вот это самая интересная монета, которая на сегодня попалась. Ну, остальное все какая-то хрень. Фотку вставлю общую. Вот. Завтра я поеду. Уйду под воду. У нас уже, как я говорил, температура выше плюс 10, уже пора заходить в воду. Юрмала нас ждет, золото нас ждет. Поэтому, друзья, не забываем, кто не подписался, подписываемся, пальчик вверх. Ну и все. Вас ждет много чего интересного. На канале я запустил капостримы. Первая пробная версия уже, она есть на канале. Можете посмотреть, как это примерно выглядело. Там полтора часа стрима было с оператором. Со подсветкой ночью. Во, все как вы любите. Поэтому все. Да всем пока. До новых встреч. Встретимся на копе.